bye. Слонолиновой шерстью работать, ну, во всех кремах для рук, ну, используют слонолин, да? Да, это косметическое средство. Вот, то есть, видите, на гребне у нас зафиксированы, и чесочкой я очищаю шерсть, то есть, видите, у меня сколько мусора отсыпается, вот, я очесываю, и, соответственно, я выделяю длинные волокна от коротких, и вот на придение мы отбираем длинные волокна, вот такие. И как вы выщипываешь? Все, что длинное, оно выщипывается. Все, что короткое, называется отчесы. И оно останется, это вот в отходы уже. Это что-то повалять там или набить чего-то. А дальше мы берем кудель, вот то, что я начесала. Все, и начинаем на самопрелке. Толщину самой нити, это уже как руками, как руками, мастер. Да, уже руками, да, руками, и опять же, как сырье тянется, то есть длинная можно, тонкая прясть, короткая, потолще, конечно. Вот от руна, если посчитать до пряжи, потеряешь 75% веса. Половина веса уйдет с грязью, с руном. И сами видели, какой, что сюда ушло, а что сюда ушло. То есть до придения дойдет 7, это всего 25%. То есть стоимость нити, ну, понятно, как зависит от того, что состригли совцы. У вас, наверное, в каждом доме есть вот такие... Ни у кого, не в каждом доме. Вот был вопрос, где вообще эту прялку вы взяли? Она уже современная. Нет, это в этой прялке больше 100 лет, это стоячок, мне просто удобнее на ярмарку вывозить именно эту модель. Ярославские модели в основном распространенные, что вы видите, колесо сбоку, лежачок называется, это стоячок и прялочка, лежачок, колесо сбоку. Прялки делали артели, то есть это токари, работали, это массовое производство было прялок, прялка была в каждом доме. А сейчас все, что с чердаков достается, да, идет на восстановление. Да, то есть вы видите, здесь же есть железные детали, есть некоторые странные штучки. То есть для того, чтобы я могла работать и рассказывать, как работает самопрялка, нам пришлось внедриться в ее пространство. Все это почищено, это дерево дуб, она такая достаточно тяжелая, устойчивая. Вот, поэтому прялки требуют восстановления. Но если у кого в традиции бабушка прила и сохранилась прялка как рабочий инструмент, она, пожалуйста, сел и поехал. У меня разные есть самопрялки. А вообще, в принципе, неважно, педалью ты жмешь или мотор у тебя работает, весь вопрос, как ты успеваешь быстро работать руками, подавать ровную нить, как подготовлено сырье, то есть все в руках. Неважно, как, что является двигателем, быстрее не сделаешь. Вы можете посмотреть, если спрясть романовскую овцу, будет вот такая пряжа. Колюченькая, да? Ну вот она все-таки не для придения. Это мясная порода, и пряжа для... И шерсть используется для валенок. Вот, очень колючая. А хорошая овца, которую специально одевают в жилетики, которая, ну, не беринос, там джалгинский беринос, но это наши советские породы, вот такая. Есть разница. То есть от породы овцы очень зависит, какая она, мясная или шерстяная, и какая, как где еще. Вот пород овец более 300 видов. Упрях можно заказать пряжу и свяжете все, что вам нравится. Это романовская шерсть, правильно? Да. Вот, она такая прям колючая. Не вся. Не вся? Да. С маленьких, ну, с молодых барашков она не колючая. Ну, а там вообще же, там, она же как там пуховая, там этих остей нет. А с какого
возраста начинают баранов стричь? Ну, во-первых, начинают около, ну, где-нибудь месяцев, может, 6. Уже можно, да? Можно. Первая стрижка идет. Да. Но это зависит от того еще, как барашка кормят. Баранов вообще-то стригут 3 раза в год. При нормальном раскладе.